полная. То есть мы даже не знаем, на что мы будем ехать. Это вопрос или это... Это не вопрос. Это о том, что я хотел бы по максимуму ночевать в палатке. Юлька хотела бы ночевать максимально в гостишках, но денег нет. Не, ну гостишки нам все равно нужны помыться и вещи постирать хотя бы иногда. Грязь после 5 миллиметров отваливается сама. Удачи тебе, Кирюх, мы тебя будем фоткать после 5 миллиметров. Ну как она начнет отваливаться у тебя, мы тебя зафоткаем. Ну вот, возьми это за ориентир, будем ориентироваться на его палатку. Вот, видишь его, вот его гусь, вон его палатка. Вон, видишь, Дим какой, вон, видишь? Вот, там попы вверх, рыбу рассматривали. Ой. Вот, как жопу подтяжки. Здесь, переночевали. Я вам говорю, надо смотреть, дождь будет. Что там происходит? Нормально. Подготовка полным ходом? Да, отлично все идет. Прекрасно. Самое главное, что мы голодными не будем. Да. Поэтому предлагаю маршрут строить так, чтобы мы не были... Проезжаем отсюда, проезжаем вот этот вот участок. Он сейчас сразу подожди, скажу... Подожди, что-то у меня на 5 дней ты вот наговорил. Подожди, да. А четвертый кижи, что ли, весь день? Давайте еще раз. Нет, кижи давайте, весь день это одно. Давайте еще раз. Первый день. Там мы на пароме катаемся. Давайте еще раз. Весь день. Смотрите, день первый, мы доезжаем до Липиного гора. Да. То есть мы с утра с Медвежьегорска приезжаем сюда, едем в Кижи, да, возвращаемся и ночуем. И ночуем едем на четвертый день же обратно. И на четвертый день мы едем по этой же дороге. Не обедаем, что... я смотрю, забыли. Потому что не другой нету. Обедаем мы. Тебя покормим, не переживай. Наловили рыбы, приготовили, да, все окей. Да, да, да. Обедаем мы в Медвежьегорске. И из Медвежьегорска мы едем не в сторону Мурманска, а обратно. На юг обратно. Вот это поворот. Да, да, чтобы посмотреть Кивач и... Лёх, Кирилл, мне кажется, надо поговорить по-трезвому. Да. Ага. Я бы чего врать это так? Важный вопрос возник. За то же ребенок проснулся вообще. Ребенок уже? Да, он ходит. Да, ходит, ходит уже. Видишь, не обед, значит, в магазин побежал. Не, подожди, Кирюха, вот. Юля сейчас возьмет. Юль? Поддержи нас. Ну что, начинаем путешествие. Че, поедем? Все в сборе, почти все. Всего у Андрюши с Ирой. Что сейчас ад? Толкаем мотики к суперавтоматической заправке. Тут на самом деле нифига не сараи, а вот такие вот замечательные заправки идиотские. Ужасно замерзли все. 10 градусов, кроме Андрюхи. Потому что он колхозник сегодня. Даже Мишка не замерз. Даже Мишка не замерз. Сань, расскажи, как тебе тепло? В общем, температура как в Трамсё. Вторая. Пистолет. 95-й. Необходимо снять пистолет на ТРК. Пошел снимать пистолет на ТРК. Ёб твою мать, где такой пистолет? Что такое ТРК? Какой-то ад. Таких две всего заправки, по-моему, на километров 300. Да, пойдем, давай, пистолет. Я хочу снять пистолет. Потрясающе. Выберите колонку. Два. АИ 95. Два. Колонка номер два. Цена 45.04. Молодцы. Сумма. 600. 11 литров. Нормой. Ну, попробуем. Подтвердить. Примените скидочную карту. Ну нет, у тебя же нет скидочной карты. Нет. Знаете, как там пропил? Мукин пальчик. 95-й хоть льют-то нам. Да, наверное. В Великом Новгороде расталкиваем местного байкера. Втягивающее реле сломалось, поэтому приходится с толкача. Иногда бывает и так. Господин Великий Новгород. Мы в самом... центре города, в его сердце просто, можно сказать.
отключаем гарнитуры. Нифига не работает. Зачем это надо, тоже непонятно. Потому что до Питера осталось... Что-то там мигает. Сейчас поедем дальше нырнуть. Просто порваться. Вот так вот надо сфоткать. Что происходит? Ад какой-то. Это мы готовим спальные места. То есть про трусы порваться ты тоже заснял, конечно, да? Конечно. Про трусы порваться это все... Это... Можешь мою мишку постирать? Давай, давайте, давай мне все, что надо постирать. Мне нужна футболка еще. Там будет матрас, а это двухэтажная кровать. 20 квадратных метров. Мы сейчас идем смотреть дом-колодец. Дом-колодец идем смотреть. Тихо. 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 Вроде все видно. Вот он, дом-колодец настоящий. Нет ступеньки? Блин, показал. Слушай, вообще, офигеть, да? Покрути фонарь. Да охренеть, мы что? В том году. То есть... Твой дом старше. Ну, мой дом старше, я не понял. Но начал, 20 минут, кстати. Я к тому, что... Ну, еще красный не зажжись, красный зажжись. Так его можно профукнуть, если станешь рядом с ним. Вот, то есть... То есть это самый первый постоянный мост на Неве. До этого были только флажковые выплавные мосты, ну типа понтоны. А этот вот стал первым постоянным. Уже после него появились... Наполеон не застал его. Литейный, Кировский мост, Дворцовый он появился. Дворцовый это вообще в 1914 построили, то есть уже совсем поздно. Вообще, Вася. А самый первый. Ну, самый первый, то есть получается он был... Мы со стороны Васильевского острова смотрим, как сейчас будет разводиться вот этот вот красавец. 1:30 Ну, в общем, зажглись красные огоньки. Сейчас он будет разводиться. Я все не буду снимать, потому что очень долго. Видимо, сейчас поставлю на паузу. Буду снимать кусочками. Сейчас такой прям поток. Вон они, видишь, что подбираются все. Да, катера начинают подбираться. Поближе. Это охренительно! Это лучше, что я видел в своей жизни. Нет, на самом деле это я видел, конечно. Но еще раз посмотреть никогда не помешает. Короче, разводится. Разводит прям моста. Разводится, почти развелся. Прекрасно. Ну тут интересней. Тут идет дегустация бугульмы и что-то еще. Вот тут снимают видеоблог. Видеоблог снимают. Есть такой? Так, подождите, а разрешение есть у вас на съемку есть. Здесь? Есть. Я вам потом покажу. А почему вы лицо скрываете? Почему вы скрываете лицо? Катера пошли. Ребята дождались и поплыли. Да, забыл сказать, что мы на Васильевском острове. И мы здесь заперты, потому что мосты разведены, и другого пути отсюда нет. Ее снимай! Господи. Андрюх, скажи ей, пусть она быстрее ест, а то сейчас закончится. Ну, нормально. Нормально, она, кстати, понимает, мне кажется. А теперь смотри. Она прыгает дальше. Не отвечает. Мне кажется, занят, не отвечать, потому что у него рот занят. Это R6. Это мотоцикл R6. Он R6 и R6. Который 1100... Который 600 кубов всего. Да не может быть. У тебя есть интернет? Нет. У меня она есть. Боится с рук брать. Ладно, короче, ты хочешь сказать, 600 кубов может 126 на шлей вылиться. Ну да. За счет чего? То есть, получается, смотри, мой 800, который идет как 76 лошадей. Не, она... Сколько можешь выдать? Долго будет с этим теперь ковыряться. Это, знаешь, такое... Короче, сейчас около 3 часов ночи, и мы идем в шаверму и холодные напитки. Извини, шаверма и холодные напитки.
наверное. Нет, мы туда не идем. А нет? Идем. Нет, мы туда не идем. Ну, короче, народ выгнали из одного бара. Ну, то, что меня там не было. Сами они ушли. Мы идем в другой. С шавермой и холодными напитками. Почему-то надо было это выделить интенционно. Как все там рассуждают про Купчино и прочие вещи. Занимается новый день. Никого нет на улицах Питера. Это вообще, это так странно. Почему-то. Кстати, нам только что наша какая-то звезда. Коммуналка со вторым этажом и прочими излишествами. Ночевали здесь в количестве 6 человек, и мы все тут уместились. Да? И прекрасно спали. И отлично спали просто. А еще тут у нас дедушка Ленин. Посмотрим, что тут есть еще. Здесь тоже наши шмотки. Все. Мы на экскурсии в главном штабе Эрмитажа. По блату попали. Да, это все, это акцентированное движение было. Рука в неестественном положении, все, это пенальти. Он даже не видел. Да какая разница? Нам уже забили. Да. Может, мы сейчас забили. Мы уже один раз почти забили. Ну, желтая, молодец. Пике. Давай. Красную ему давай. Слишком много вопросов. Да их слишком много. Походу, да. Давай красную, они у них форма красная. Ну, что ты мешкаешь? Еще одна, ну. Правильно, жмет одно местечко. Давай. Кто, блин, кто? Главное сейчас не опасаться. Кто не попадет на дорогу? Дзюба. Ну, Дзюба, не подведи. Дзюба. Дзюба вообще головой работает, да, да, нормально. Да, да. Но не, я не знаю, что он ногами его умеет бить, нет? А вот это единственный, кто у нас умеет бить вообще. Чем? Это единственный, кто у нас бить вообще умеет, так что... Нет, Смолов все ничего, да, он ворот сидит. Почему Черышев? Я начинаю комплексовать. Ну! Давай, ну! Давай. Он сам волнует. Мы уже замудрялись немножко. Договариваюсь. Красного ему и удалить. Сука, не попадет в ворота, блин. Да, не сбивай человека. Да как же я забью, давай весь мир на тебя смотрим. Давай, Антоха! Блин. Ну. Ну, сейчас это будет позорище. Сплю. Вообще, они просто гнёшь. Вообще, вообще бомба, просто бомба. Бесплатные коктейли. Офигеть. Я банкер. Где мы будем следующий матч смотреть? Я в шоке. Мне кажется, не один вид спорта.
Хабиб мечет монетки. Безуспешно пока? Я мне не видно. Нет, попадал, но не важно. Опа, он попал. Прекрасно. Эх. Воу! Это победа. Может, мы успеем? Успеваем на трой, наш. Или... А, вы... Или нет? В сторону ходите. Стой, да, но нет. Вроде это наш троллейбус. Или вы... Спасибо. Может быть, завтра нам ждать хорошая погода?